Лунинецкий район, деревня Лахва. Здесь по обеим сторонам улицы Рынковой, именно так она тогда называлась, находилась Лахвинское еврейское гетто, известное не только на Лунинеччине, но и по всей Беларуси. Именно здесь 3 сентября 1942 года произошло восстание. Узники гетто не сдались врагу, а вступили с ним в жесткую схватку. В довоенный период Лахва представляла собой местечко с бурной жизнью. Тут проживало порядка 5000 человек – белорусы, евреи, поляки, русские, немцы, татары. В местечке действовали церковь, костел и две синагоги. Работало много предприятий – мельница и пилорама на водяной тяге, фабрика плетеной мебели, маслобойня, аптеки, гостиница, магазины, корчмы и много ремесленных мастерских. Трагедия Лахвинского гетто является ярким примером того, что немцы планово уничтожали мирное население в годы Великой Отечественной войны. Здесь захоронено 1946 мирных граждан. По планам нацистской Германии было уничтожить 75% населения, проживавшего на территории Советского Союза. Остальные 25% должны были быть так называемыми рабами. Здесь захоронены именно жители деревни Лахва, которые на период начала Великой Отечественной войны проживали, вели мирный образ жизни, были ремесленниками, никаким образом не были взаимодействованы с регулярными войсками, не были обучены военным действиям. Поэтому при приходе новой власти никогда никаким образом они не убегали, понимали то, что они не могут какой-то вред причинить новой власти, поэтому не опасались за свою жизнь и здоровье. Но у немцев были совсем иные планы, а именно уничтожить, поработить и поставить на поток людские смерти для того, чтобы добиться своих результатов. Немцы пришли в Лахву 8 июля 1941 года. С этого момента в местечке начались антисемитские настроения. Евреи стали подвергаться гонениям. Ситуация ухудшилась с приходом 2-го кавалерийского полка СС «Мертвая голова» под командованием Франца Магеля. В это время проводилась карательная операция «Припятские болота». А 1 апреля 1942 года в Лахве было создано гетто. Каждый день еврейское население отправляли на различные работы и давали всего по 200-300 граммов хлеба в день. Много людей умерло от голода и холода в то время. Жительница Лахвы Ольга Филипцевич, несмотря на свой преклонный возраст, еще может многое рассказать о жизни военной Лахвы. В свои 94 бабушка ярко помнит многое о том страшном времени и о том, где и как жили евреи во время оккупации. Их вот содержали вот где центр. В центре их держали, да? Это в центре, там такого вот, где кончается это где там эти ограды, это все. То там и такой туди, и туди по набережной, и такой их там держали. Но они там жили. Летом 42-го во многих еврейских гетто, широкой сетью раскинувшихся по Беларуси, Украине и Прибалтике, образовались подпольные организации, готовившие вооруженное восстание. Имелась она и в Лахве. Возглавляли местное подполье Ицхак Рохчин, Ошер Хейфец, Давид Файнберг, Арон Ушман и Мойша Лейба Хейфец. Организация объединяла людей разных политических убеждений, от коммунистов до сионистов. Поскольку добыть огнестрельное оружие было большой проблемой, заготавливали топоры, ножи, железные прутья. Подготовку к вооруженному выступлению заставило ускорить известие, пришедшее 2 сентября 1942 года. Узники узнали о том, что местных крестьян по ночам выгоняли копать большие ямы у еврейского кладбища. Зачем? Долго гадать не пришлось. Как потом станет известно, немцы прислали для уничтожения гетто 3 грузовика с вооруженным отрядом СД, уже имевшим опыт массовых убийств евреев. Как и во многих других подобных акциях, немцы решили задействовать коллаборационистов.
Один отряд уже находился в Лахве. Некоторые из его бойцов были местными жителями, еще не так давно мирно жившими по соседству с евреями. У нас вот хлопцы были, вот в той хате, да тут по соседству. Да были у нас тут такие евреи, хлопцы, да дружили с хлопцами. Да один научился даже разговаривать, то при ментах был по заговорщику. А другой в полицию пошел. Бо боялся, що сестра була за ніким командиром, коп не розстріляли, то пішов служити. Але як служив, то їм, на тим хлопцям, підказав, що вас завтра будуть стріляти, то ви за ніч, хто може, спасайтеся. Бо завтра вас будуть стріляти. То ми вам там лодку поставимо, і ви через тією лодкою через річку, і туди через ріпост потихоньку, і втікайте. То так вони, хто спався, то гетто в дивночі повтікали. То шльома гетто й говорив. Але Оля не розказує, поки не розказує. Ох, Боже мій, Боже. В ночь со 2 на 3 сентября 1942 года подпольщики провели совещание и разработали план действий. Бер Лопатин около 9 часов утра 3 сентября пошел на последний разговор к коменданту Лахвы, который предложил ему остаться в живых, сохранив свою семью и несколько семей на выбор. На что Бер Лопатин ответил отказом и сказал, что я умру вместе со всеми. Когда он принес такую весть в гетто, то было решено поднять восстание. Сигналом к восстанию должно было быть послужить поджог Юденрата. Утром фашисты и полицаи выгнали евреев из домов и попытались вывести их к заранее подготовленной яме. В это время председатель местного Юденрата Берл Лопатин поджег это здание. Подпольщики подожгли другие дома, а затем в возникшей суматохе набросились на карателей. Многие погибли в ожесточенной схватке, но захватив оружие, узники гетто пошли на прорыв и добились успеха. Фашисты и их пособники явно не ожидали такого ожесточенного сопротивления. До 1000 евреев прорвали их оцепление. Более половины из них сумели достичь леса и скрыться в нем. Пожар вони самі зробили, не самі запалили, дето, щоб більш не погорело, гетто все за ними, не знаєте, були, да, пісночі, де в общем. От вони самі запалили, дето. От і хто бідненький спався вночі, то спався. А от ями ніхто не втік. Те, кто остался в гетто, были убиты. Кроме того, фашисты объявили настоящую охоту на беглецов, пообещав местным жителям по 2 килограмма сахара за каждого выданного местным оккупационным властям еврея. До 350 человек поймали в первые же дни, все они были убиты. Многие из тех, кто спасся, влились в партизанские отряды и отомстили за своих павших родственников и друзей. Некоторые из них пали смертью храбрых при выполнении боевых заданий. В их числе был и тот самый Берл Лопатин. В дальнейшем остальные жители гетто, они были
выстроены и по улице Рынковой были выведены в направлении рыбхоза, где для них была уже заранее подготовленная яма, и в итоге, где их расстреляли 3 сентября 1942 года. Мы как раз с дедом поехали в мельницу. Не знали, что это, что будет это не стрелять. Оттуда так началось это все на пожар. А то и человек каже, все, чекайте вот сюда еще. А мы уже ехали, да объезжали. Боже, я кругом. Бога, центр нельзя было проехать. Вот все. Ой, бедненькие. По подсчетам историков, до конца войны из тех героев дожили немногим более 100 человек. Некоторые из них живы и сейчас. Но сегодня в Лахве нет ни одного еврея. Лишь израильские делегации периодически приезжают почтить память своих соотечественников. В июле 1944 года Лахва была освобождена. Здесь работала чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, созданная по распоряжению советского правительства. В огромной братской могиле было найдено 1946 тел, 698 из которых были женщины, а 724 – дети. Некоторые из доживших до конца войны карателей, принимавших участие в этом и других чудовищных актах геноцида, были привлечены к ответственности уже через много лет, причем не только в СССР, но и в Германии. Судебные процессы над карателями 2-го кавалерийского полка состоялись в 60-е годы в городе Брауншвейг. Убийцы получили различные сроки. Им вменялись расстрелы людей не только в Лахве, но и в деревне Бастынь и урочище Мачула города Лодинца.